Путь к финалу детского баскетбольного чемпионата Бурятии был непростым. Ребятам пришлось пройти через сито отборочных игр. Вот они прошли муниципальный этап, то есть первенство районов, победители своих районов первенств встречались в городе Гусиноозерске в так называемом дивизиональном этапе. И четыре лучших команды у юношей и девушек сейчас разыгрывают финал четырех. Организаторы, представители программы КЭС Баскет из Перми отметили, что с каждым годом уровень участников повышается. То есть мы подписали договор первый раз 3 года назад. И тогда был уровень очень слабый. Команды занимали последние места на следующем этапе чемпионата. А в этом году, я думаю, они уже могут побороться и за призовые места. В финале встретились девушки из 14-й гимназии Улан-Удэ и города Каменска. У нас 5 человек, мы играем без замены, поэтому вообще тяжело. Мы играем с этими соперниками довольно долго уже, как бы у нас не первая игра с ними. Бывает, что у нас основных игроков нет, и мы как бы проигрываем. Но в последнее время мы... Какие ощущения, какие-то эмоции? Победа! Первое место! Ура! Чемпионство среди юношей разыграли также представители 14-й гимназии Улан-Удэ и парни из Нижнеангарска. В прошлом году 14-я гимназия выиграла первое место, мы были вторыми. Не знаю, еще не ясно. Еще половину играть, как говорится, мячик круглый, всякое может быть. Надеемся на лучшее. Чемпионами Бурятии в этом году стали девушки из Улан-Удэ и юноши из Нижнеангарска. Они будут защищать честь республики в финале межрегиональных соревнований «Урал-Сибирь», который состоится в Барнауле в начале марта. Юлия Пермякова, Алдар Дамбаев, Первая альтернативная.